Лучше потерять 10 минут, чем жизнь. Через железнодорожные пути проходят так называемые народные тропы. Люди идут по этим несанкционированным дорогам, пытаясь сократить маршрут. При этом новые ограждения не помеха. Впереди четырехпутная железная дорога. Безопасно ее можно пройти через мост на станцию Хтомская. Но до надземного перехода 10 минут. Поэтому жители предпочитают экономить время и каждый день рисковать жизнью. Вы знаете, вот если на маршрутку, мне 2 часа надо ждать. 2 часа на маршрутку. А здесь 15-20 минут. Кроме меня, что человек ходит. Да. И просто здесь надписи нету. Я имею право. Вы экономите 20 минут? Да, экономлю. Ну, а жизнь, она же одна. Ну, я понимаю, но надеюсь на Бога. Плакаты о несанкционированном переходе и новые перегородки уничтожают буквально через день. Сейчас рабочие закрывают очередную народную тропу. Данный участок постоянно заделывается. Он тут стоит буквально полдня. Дальше выламывается. Не успеваем одну сторону, делаем вторую. И хотелось обратиться к жителям, то, что жизнь одна, не надо никуда торопиться. Лучше 5 минут потерять, обойти через положенный маршрут, значит, через мост, как бы сохранить свою жизнь. С начала 2020 года на этом участке зафиксировали 25 случаев получения травм, 14 из которых оказались смертельными. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.